не на автобусе. Ну и где этот мужик, который с нами должен идти? Опоздает, наверное, минут на 5. Ну так че ж мы тогда летели-то? Летели? А мы летели? Ну я теперь буду знать, как летать. Ой, ну ладно, не я ее конструировал, эту машину. Сказал бы, раз опоздает, мы бы так не гнали. Гнали бы. Здрасте. Это и есть Артур. Тоже законность обеспечивает. Понятно. Ну вот мы все и собрались, расскажи, что знаешь. Неплохо нас тут встречают. Живут же люди, один я как хрен на блюде. Че, в завязке, что ли? А? Да, самый сейчас паскудный срок, третья неделя пошла. Хожу, ничего не соображаю. Все время бухнуть хочется. Нельзя во время... То есть, знаешь, начинаю, и одни проблемы. Только слушай. Ну, что-то я не понимаю. Не хватает здесь комплекта, нет. Значит, этот вот Жоржик, понятно, ты. Там у нас тоже один спит. Значит, Зубек тоже, понятно, три человека. Я вот не понимаю, почему я тебя тут вижу, доченька. Давай-ка, чтобы в течение 5 минут я не видел тебя здесь. Кстати, вполне реальная цифра. Если не хочешь краем по делу пройти, давай, давай. Так, черт, не поймешь. Ну, здесь какой-то бардак, я не пойму. Ну, как же так можно? Как же можно-то так? Ак, вот так. Папа отлетал, зарубился, что морячок будет отвечать. Теперь папы нет, морячка нет, и ответить некому. Кинули нас. Кинули. Бандиты, потому что. Преступный мир, волчьи законы. Проблему надо решать, как-то. Я не законы. Проблему надо решать. Я не знаю, или доложить кому. Ты совершенно прав. Но докладывать никому не надо. Не надо. Не надо. А что? А вопрос решать будем. Знаешь, что-то мне на этого Артура очень не хочется ставить. Да не ставь ты на жену свою, ставь. Давай, братан, чтоб стоял. Нет, нельзя. Братан в завязке у нас. Провинился он за этим круто. Сидит теперь, скучает. Да ты не скучай, мужик. Ну, посиди хоть с нами. Думаешь, это кто перед тобой сидит? Это реально брат мне. По Афгану, по Кандагару, по Черному ущелью. Так это ж там же... Да как же это так, ты не понимаешь? А вот так? Ты что думал, мы тут в игрушки играем? Я ж тебя предупреждал, работать едем. Банду брать. А также деньги. Твою мать. На общую сумму 80. Это не правда. Это же просто... Ну это подлог. Это жизнь, мужик. Работа у нас такая. Работа у нас такая. Давай-ка, Лёнь, тормозить теперь не будем. Давай. Что ты вроде иголки говорил. Хорошо! Хорошо! Вот ты по жизни-то такой спокойный, я гляжу. А че ж ты морячка не повязал, не придержал? Тебе начальство приказало, а ты приказ не исполнил. А кашу-то какую заварил? Так от того и не повязал, что спокойный. А, вижу, спокойный. Спокойный. Морячок исчез. Артур этот вообще куда-то пропал. Я тебе говорил, не надо было на него ставить. Да. И этот вроде как бы ни при чем. Ни при чем. И все спокойны. Все ни в чем не виноваты. Послушай, кто держит себя, ага, знает, кому ответ держать. Ты мне еще... Ницше начни цитировать. Логика у тебя, гражданин Зубек. Готово доказать. Фашистская. Чего? И не к свободе она тебя. Сам фашист. Ну хватит, милый, базаров ученых. Мы тебя тут не проповедовать звали. Бургой будешь. Карифанов своих прокурорских заметаний. Это для тебя, Пурга, это очень серьезно. Так что, понял,